Сегодня вестники Северодвинска. Три социальных дома готовятся к сдаче. Еще на 5 объектах стройка началась. Когда ждать новоселья жителям ветхих деревяшек, расскажем в начале выпуска. Защитили пенсии и разобрались с капремонтом. В Архангельске прошла очередная 29-я сессия областного собрания депутатов. Работали без трудового договора и без зарплаты. Прокуратура наказала сразу двух работодателей Северодвинска. Центр притяжения читателей. Центральная библиотека имени Гоголя сегодня отмечает 75 лет. Покой им только снится. В городе состоялись спортивные соревнования ветеранов трех городов. Встречаемся на канале ГТРК в 7 часов вечера.